Партнер програми – Український національний комітет Міжнародної торгової палати. Генеральний інформаційний партнер програми – діловий журнал «100%». Ми посвятили достатньо багато часу обговоренню тому, хто управляє городом, кто управляет нашим государством. Теперь давайте мы поговорим о том, чем, собственно говоря, управляют системой хозяйствования, городского хозяйства. Какая она система нашего городского хозяйства? Что учтено? Как принимаются решения? Насколько эффективны эти решения? Можем ли мы двигаться вперед? Какие методы управления здесь используется. Итак, о системе местного самоуправления, о системе хозяйствования города я приглашаю наших экспертов поговорить. Они отдохнули немножко у нас? Да. Пожалуйста, Юрий Константинович. О какой системе управления мы хотим поговорить? Давайте мы поговорим о системе городского хозяйства, о финансовой системе. Ну, наверное, вам ближе муниципальная финансовая система. Как она формируется? Из чего она состоит и как она используется? Почему мы в последнее время постоянно говорим о том, что денег нет? Это я думаю, что давайте сузим наш разговор. Бюджетная система нашего города, она строится на базе бюджетного кодекса. Это закон, который регламентирует построение системы местных финансов. Если говорить о конкретной ситуации, вот что для меня чрезвычайно важно. Я такой же горожанин. Я живу в городе, я люблю город, и я не хуже, а может быть лучше в чем-то знаю его проблемы. Мне не нравятся облущенные фасады, мне не нравятся незаасфальтированные дороги, и мы это чувствуем каждый день. Правильно? Что для меня, как для финансиста, принципиально важно? Для меня важно то, что сегодня, впервые, по инициативе нашего губернатора, у нас принят в городе Одессе бюджет, в котором не завышена доходная часть. Вы знаете, что на протяжении многих лет городская власть сознательно завышала доходную часть для того, чтобы удовлетворять расходную часть в своем желаемом объеме, а потом перекрываться задолженностями на следующий текущий год. Поэтому впервые, это первый у нас год, когда реальные доходы запланированы и в рамках этих доходов запланированы реальные расходы. Это первое. Второе. Это уже в контексте наших специалистов по проектному управлению. Для меня чрезвычайно важно, что сегодня впервые по инициативе нашего губернатора реализован проект народного бюджета, который как раз представляет собой тот политический проект, когда бюджетная система запросов строится на базе общественного мнения конкретных избирателей и горожан. Вы знаете, что система изучения общественного мнения, система гражданских слушаний, она предусмотрена и бюджетным кодексом Украины, и законом о местном самоуправлении. Вы знаете, что проект народного бюджета в основном в области был начат в реализации еще в прошлом году. И вот сегодня финальная точка, город Одесса принял народный бюджет. Вы знаете, что было исследовано общественное мнение практически всех горожан, каждый десятый одессит ответил по анкете и высказал свое мнение. Было проанализировано порядка 180 тысяч предложений, и сегодня мы имеем достаточно сбалансированную расходную часть бюджета развития, которая предусматривает решение социальных чаяний одесситов. В частности, решение дорожных проблем, решение вопросов здравоохранения, запроектировано строительство новых садиков. Вот для меня очень важно, что мы впервые в городе реализуем принцип проектного управления. Пожалуйста. У меня есть тоже вопросы, понимаете, дело в том, что с одной стороны, вроде бы и хорошо людей спросили, что надо сделать, но вот как по мне, то это все равно, что говорить о стратегии солдата на стыке двух фронтов. То есть люди предлагают, что делать в городе. Извините, а в городе что? Управленцы не знают, что в нем надо делать? Я, например, сомневаюсь в целесообразности целого ряда мероприятий, которые заложены в этот бюджет. Они
ну, принесут, может быть, кому-то какие-то дивиденды исключительно политические. Но для города вряд ли они станут особой такой пользой. И то, о чем мы говорили, что мы постоянно сталкиваемся с тем, что формируют бюджет у нас в основном поступления от, как было сказано, от предпринимателей, от людей, которые на них работают. Город же реализует программы, которые съедают этот бюджет. Но город все генерирующие, бюджеты генерирующие предприятия отдал в частные руки. Но как так можно управлять городом? Отдавать кому-то то, что приносит доход, оставлять себе то, что дает одни расходы, и при этом ничего нового не генерировать абсолютно. Я вот этого, скажу честно, не понимаю. Давайте я вам скажу, как бывший зам городского головы. Люди нас не поймут. У нас есть телефонный звонок. Не поймут, о чем мы говорим. Сейчас есть телефонный звонок. Добрый вечер, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, во-первых, добрый вечер, студия. Здравствуйте. И скажите, пожалуйста, проводились исследования IQ в нашей стране для участников прямого эфира? И вообще проводятся ли такие исследования для управленцев? Вам ответ. Вы у нас да нет, наверное... представители школы. Да, представители так спросили высшей школы. Нас, мы. Прошили мы ЭКЮ. Ну, на самом деле, так мне можно отвечать? Да, да. Нет, ну давайте мы ответим, проходили ли мы... Давайте я отвечу на этот вопрос. Сегодня в мире коэффициент НКЮ очень сильно критикуется, потому что считается, что в системе сегодняшней взаимоотношений субъекта-субъекта на современном уровне общения есть такой критерий, который называется ЭКЮ. Это критерий эмоциональный коэффициент человека, который в состоянии принимать решения в сложной, достаточно серьезной такой среде, где огромный массив информации, очень быстро течет эта информация, очень быстро изменяется, и плюс человек, принимающий решение, должен еще нести ответственность за принятое решение, за его последствия. Интеллектуальный коэффициент, который использовался 30 лет назад в американских школах, на сегодняшний день показал разницу между понятием компетентность человека и компетенция в решении того или иного вопроса. Мы можем все иметь диплом кандидатов наук, докторов наук, профессоров. Мы можем занимать самые высокие посты чиновников, но не всегда быть способными принимать решения, отвечать за них на том уровне, за который отвечаем. Поэтому сегодня другой коэффициент. Большое спасибо за доверие к присутствующим в прямом эфире. Татьяна, спасибо. Пожалуйста. Я все-таки всю жизнь пытался повышать интеллектуальный потенциал, все-таки IQ, intelligent коэффициент. А эмоции я старался всегда держать в узде. Так вот, теперь о том, как работает город. Город как большое предприятие, но работает совершенно по другому принципу. У предприятия цель какая? Рентабельность, прибыль и развитие. У города удовлетворение потребностей граждан, живущих в городе. То есть создание среды жизнедеятельности, обеспечение, так сказать, работы жилищно-коммунального хозяйства, водопроводов, отопления, уборка города. Поэтому другая задача. Поэтому мы людям должны сказать, должна быть четко сформированная система управления городом, которая предполагает конкретно работу сверху донизу. То есть работа на уровне исполкома, которая ставит на год программы социально-экономического развития города, это ремонт водопровода, асфальтирование улиц, фасадов и прочее. Должен быть человек, мэр или кучка интеллектуалов, которые генерируют эти проблемы, говорят, вот эти проблемы для города наиболее важны. Должна быть четкая система, которая исполняет их. Откуда то есть, деньги, простите? Сейчас, секундочку. Для этого есть городской бюджет, и все это планируется, исходя из расчета, а какой же будет бюджет на следующий год. То есть откуда он обычно... деньги, простите? Я сейчас дойду до финансов. То есть вот эта система и обеспечивает жизнедеятельность города. Если эта система работает эффективно, то на выходе мы имеем города, которые в Европе, когда мы ездим отдыхать, мы их видим. Если система не работает, мы имеем Одессу и всю Украину. Теперь о финансах. Да, есть свои доходы, есть делегируемые. То есть медицина, образование, там, помощь какая-то. Есть субвенции из областного бюджета, ну, в данном случае из республиканского бюджета. Есть свои доходы. Это же прочие равные условия. Но люди должны знать, почему мы так живем. Потому что наша система управления муниципального не жизнеспособна. Мы говорим о местном бюджете. Что является бюджетообразующими статьями? Аренда земли, ну и 90% это доход, физический доход с граждан. Все. Если бюджеты формировать так, как это сделано в Европе,
дать какие-то направления, тогда город заинтересован. Например, город должен быть заинтересован в экономическом развитии. Если бы спорта город имел хотя бы доллар с тонны перегруженной, на чем выросла Одесса, по-моему, с 2 копеек с каждого пуда пшеницы, которая проходила через порт, тогда город был бы заинтересован в развитии экономики. А сегодня город заинтересован только в чем? В уровне зарплаты, которые получают жители города. То есть здесь нужно создать четкий механизм. Механизм реализации, механизм стратегического направления развития. Какие у нас программы развития на ближайшие 5-10 лет? Вот в 2005 году или 2004 году мы разработали программу развития Одессы социально-экономической до 2020 года. Мы добились через Кабмин, что 50 миллионов каждый год нам давал Кабмин на пилотный вариант реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Кто сегодня говорит о реформировании жилищно-коммунального хозяйства? Кто говорит сегодня о мусороперерабатывающем заводе? Уже не говорят о нем. 600 миллионов бухали в трубу, которой пользоваться нельзя. То есть сначала должны быть люди. Вот я все время вам хотел задать вопрос. Коллеги, вот вы гордитесь, что вы готовите специалистов. Ну хоть одного Леонтьева или Бальцеровича вы подготовили? А вот если бы 20 лет назад у нас был свой Леонтьев или Бальцерович, мы бы сегодня жили в прекрасной стране. А мы, увы... У нас не было 20 лет назад. Нет, я вам не в пику, не в вину, просто я вам говорю. Звонок. Добрый вот вечер, почему мы так живем. И последний аргумент, граждане. Если у нас будет... Добрый вечер. Здравствуйте, мы слушаем вас. Да. Я приветствую студию и хочу задать именно вопрос Максимовичу. Я его очень уважаю. Он очень грамотный управленец. Скажите, пожалуйста, как нам сломать хребет вот этим, которые идут в управление за деньги? Не как специалисты, а за деньги. И понятно, что мы имеем то, что мы имеем. Спасибо. Сломать хребет бюрократии можно только следующим путем. Еще великие французы говорили, власть обуздать может только право. Но у нас право приватизировано. Когда есть право и можно в суде доказать это право, тогда власть боится права, она подконтрольна праву. Все судьи у нас работают, вы знаете как. Но все-таки, граждане, если у нас будет четкая гражданская позиция, и мы будем готовы ее высказать и отстоять, мы будем жить как люди в этой стране. Если мы будем ждать, что придет кто-то сверху и для нас что-то сделает, а в нашей славянской ментальности мы все ждем царя, который придет и что-то сделает, только гражданская позиция, позиция каждого из нас позволит обеспечить нормального мэра, нормальное управление, нормальные условия жизни. Спасибо. Спасибо. Ну, голосовать на выборах. Да, не, конечно. Это понятно. Да, пожалуйста. Да, да. Я хочу, демократический способ. Я хочу, чтобы мы к системе все-таки подошли. Я хочу, чтобы потому что понимали. Вот есть вопрос у меня к Юрию Константиновичу. Угу. Говорите, говорите, а потом мы все вместе. Я хочу просто сказать, что то, что говорит Владислав Ярославович, конечно же, ну, это общая концепция, так должно быть. Но мы понимаем и другое, что есть люди, которые самостоятельно этот город строят. Вот у вас есть офис, да, вы его как-то облагораживаете, вы территорию вокруг него делаете. То есть город должен направлять. Понятно, что городу никто не даст столько денег, чтобы отремонтировать все фасады, Юрий Константинович, да, отремонтировать все жилищно-коммунальное хозяйство. Да, дороги как бы ничейные, да, их надо делать. Ну, это городу, да, это понятно. Но весь город, по идее, нужно создать такие экономические рычаги, чтобы пришло там тысячи этих инвесторов, люди достали деньги из карманов, которые они позабирали из банков в 2008 году, банки стали выдавать дешевые кредиты, система потребления должна увеличиться, люди должны стать зарабатывать больше, и у них должен появиться экономический интерес к своему рядом соседнему офису пристроить новый офис, выкупить эту площадку, устроить строительство этой площадки, и город будет цвести. Поэтому городу не обязательно иметь миллиардный бюджет. Городу нужно просто не мешать людям зарабатывать деньги. Бюджеты придут после, самостоятельно. У нас, да, но как это сделать? Есть простая функциональная модель. Ребята, забираем от... Простите, назовем еще это слово еще раз, бюрократов, забираем их от системы принятия решений, автоматизируем эти системы, определяем, что очень много бумажек, там, из 1000 бумажек 990 можно делать в автоматическом режиме. Я заполнил, если я сказал неправду, это когда-то выяснилось, пусть меня за это накажут. Но если я заполнил, и мне автоматом разрешение выписали, и я с этим разрешением живу, я никуда с ним не должен ходить. Я должен положить его под подушку, вызвать строительную команду,
и вложить деньги. Это идеальная модель принятия решения за полчаса и через месяц построить совместно с городом, уже с его разрешения, там мансарду, например, да, на своем доме. Город будет изменяться. Главное определить правила. Но у нас, к сожалению, депутатский корпус не понимает этих вещей. Этому нужно обучаться системно. Люди должны играть в командообразование, и 120 депутатов должны быть командой, которая управляется городом по единому направлению, управляет городом, принимаются решения. Более того, команда депутатов 120 человек и 800 человек муниципальной власти должны быть одной единой командой. Хотя бы верхушка из них должны работать одной командой. А не так, кто на себя натащит частичку бюджета, кто на себя натянет кусочек этого одеяла. И это на всех эшелонах власти. Если командообразованием занимались при последний раз при Руслане Борисовиче Баделане, я помню, то последние десятилетия этого уже не было. Вы говорите о мотивации, стимулировании граждан и работать для этого города. В свою очередь, сами чиновники, может быть, депутаты тоже нуждаются в какой-то мотивации. И как говорят эксперты, мотивации у них никакой нет. Почему? Что? Они же туда пришли для чего? Чтобы отчитаться через 5 лет? А или они пришли для скажем? Того, чтобы измениться? Что-что? Мы вслух это скажем, для чего они туда пришли? Вы говорите о командообразовании. Я скажу, почему там оказалось 50% депутатов. Они не поняли, что произошло с ними. Все бежали, и они побежали. Осознание приходит к единицам. Если вы возьмете депутатский корпус, то дай бог, чтобы там нашлось 20 человек, которые способны самостоятельно написать программу, любую программу. Из этих 20 человек, дай бог, чтобы 10 человек имели системное мышление. А из этих 10 человек еще, дай бог, чтобы хотя бы пятерых кто-то услышал. Чтобы так они дошли до верха. Пожалуйста. И чтобы они оказались в нужном политическом течении. Чтобы они, не дай бог, не оказались в оппозиции к власти. Так может быть нам вообще научиться золото промывать? Может быть нам нужно выстраивать эту самую вертикаль власти откуда-то снизу, взращивать с детства? Да это на самом деле это простые вещи. У нас, вы говорите об очень сложных вещах. Нет, все говоря... Недоступных. Нет. Все зависит от того, насколько управленческая команда готова советоваться со своими 120 надзирателями. То есть они же надзирают, а эти надзиратели должны создавать некие инициативы, которые исполнительная власть должна выполнять. То Вы есть все наоборот. Вы только что сказали о их неспособности. Все Вы наоборот. Вы сказали только 10% там. Если позволите, вот я вернусь таки к тому, что есть эффективная система муниципалитета. И если можно, вот муниципалитет – это система, которая состоит из нескольких элементов. И если мы на нее посмотрим, мы увидим классическую формулу. Низы не могут, а верхи не хотят. Посмотрите, муниципалитет. В основе муниципалитета или системы местного самоуправления находится территориальная громада города, у которой есть свои потребности и интересы. Но с другой чашей весов находится власть, которая состоит из двух вещей, да, вот из двух элементов, из двух систем, отдельных подсистем. Политическое представительство интересов и функциональное. Хотите, это горсовет и исполком. Одни лоббируют интересы, превращают их в программы, в системы, вторые их реализовывают и отвечают за использование ресурсов. Что получается? Правильно, территориальная громада не имеет своей гражданской позиции. У нас еще нет зрелого гражданского общества. Мы даже если хотим, мы не можем, нет правил игры, где мы можем позволить себе хотя бы просто сказать, мы платим деньги вам, которые должны удовлетворять наши потребности и интересы. Принцип оплаты – предоплата, правильно? Мы же услуги, которые получаем за качество услуг, не как в магазине пришел, товар качественный купил, некачественный не купил. Произошла предоплата, мы оплатили все услуги в надежде, что наши потребности и интересы будут удовлетворены. Нет. Гражданская позиция не сформирована, гражданское общество не имеет правовой основы и возможностей. Как это, о каких? Которые предоставлять должен горисполком населению разного какие рода. Горисполком, ну, как это, какие услуги? Например, жилищно-коммунальное хозяйство – это услуги населению.
что конкретно в жилищно-коммунальном он за это деньги? Не, они за это деньги получают, они должны они выполнять делегируют... определенные функции, но это такой маленький бизнес. Но мы совершенно замечательно, извините, что перебиваю. Сейчас будем говорить о том, что на самом деле коммунальные услуги. Есть инфоводоканал, который поставляет воду. Это горосполком делегирует полномочия коммунальному предприятию. Смотрите, давайте рассмотрим такой механизм. Не ошибайтесь. Депутаты, коллеги, давайте мы вот что обсудим. Подождите, позвольте. Мэр Одессы, ну, мэр города любого, да, и группа его менеджеров, это люди, которые получают заработную плату, они делают конкретную работу, они управляют городом в интересах горожан. Депутаты, это представители, сейчас, секунду, это представители людей от каждого, так сказать, округа, которые говорят, мы готовы реализовать ваши желания и чаяния без денег, исходя из нашей гражданской позиции. Вы говорите, а в чем их мотивация? Их мотивация – выполнение своего гражданского долга. Они, когда людям говорят это, поэтому они – это и главная мотивация, да? Это их убеждение, это их система взглядов, это их, ну, с чем они пришли. Поэтому депутаты должны занимать эту позицию, не лоббировать личные интересы, не за что-то проводить решение. Мэр сказал, вот моя программа. Если вы за нее проголосуете, я буду управлять тем бюджетом, который мы соберем, в ваших интересах. Мы немножко забыли за общими словами, что должен делать депутатский корпус и что должны делать управленцы, возглавляемые конкретным лицом, Владимир Ярославич, мэром, которому мы позвольте, доверили. Да, мы забыли пожалуйста. И то, и другое. И сегодня чем они занимаются? Они должны заниматься вот чем. Важнейший вопрос, в чем сущность местного самоуправления и что такое вообще местная власть? Что такое город? Город – это совместная собственность всех членов территориальной громады. Так еще один фантастический коммунальная отдел. Коммунальная собственность – это наша общая собственность. Да? Знаем ли мы эту собственность? Что она из себя представляет? Мы одесситы, мы совладельцы. Мы не знаем. Мы не знаем границ города даже. У нас нет реестра. Допустим, недвижимая собственность города Одессы. Перечень, как используется, сколько городу приносит либо материально, если она сдается в аренду, либо нематериально, если она направлена на какие-то социальные цели. Этого нет, и мы этого не знаем. Завис вопрос, с какой целью идут депутатами работать. Вот именно для того, чтобы вот эту собственность, которая является общей, вот таким вот абсолютно непрозрачным способом использовать, наверное, в каких-то других интересах. Депутаты – это наши представители, которым мы делегируем, мы даем безотзывную пятилетнюю доверенность на управление этой самой нашей собственностью, надеясь, что они это будут делать хорошо. К нам приходит депутат и говорит, я весь такой хороший, я вам сейчас гречку дам, только дайте мне доверенность на то, чтобы вашей собственностью, вашей квартирой управлять. Я буду хорошим, вот вам гречка, вот вам консервы, и через 5 лет, возможно, даже у вас будет еще и 2 банки этой гречки. Вот мы об этом забываем изначально, и поэтому мы говорим об отсутствии гражданской позиции, позиции громады как таковой. А 10% депутатов, которые понимают, что они там делают, именно потому, что и есть разрыв между тем, как оно должно быть и как оно есть на самом деле. И, спасибо. Есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Будьте любезны, скажите, я хочу задать вопрос присутствующим в студии. Скажите, пожалуйста, почему в Одессе с февраля месяца повысили баллонный газ из 217 до 310 гривен? Как может любой простой человек, особенно пенсионер, купить этот баллон газа? Слушаем Януковича, слушаем Азаровой. Каждый день эти лица говорят, что ничего, нигде повышения на газ не было. Почему же в нашем городе самый дорогой газ по всей Украине? Я думаю, что этот вопрос нужно адресовать тому, кто поставляет сжиженный газ. Ну вот у нас есть депутат, который может сказать, что я такой запрос сделаю. Вы мной издеваетесь. Почему? Я поставляю сжиженный газ. Нет, но вы как депутат областного совета можете сказать, я сделаю депутатский запрос и выясню, почему газ подорожал. Я не депутат, я не могу этого сказать. Я вам расскажу эту схему. Вы популист, я прошу. Ничего подобного. Правда. Нет. Вы были вице-мэром. Да. Вы знаете, кто поставляет сжиженный газ гораздо лучше, чем я, рядовой профессор Академии госуправления. Я знаю. Но сделать сегодня запрос в интересах этой женщины я не могу, потому что я экс-вице-мэр. А вы действующий депутат. Поэтому да можете сказать, уважаемая женщина, Владимир, я сделаю запрос и выясню, почему. Давайте мы расскажем, почему это произошло людям. Потому что некая компания, которая поставляет, как покупают газ, все областные администрации закупают газ как положено. А давайте вернемся к нашей теме. Ну, 2 секунды. Ну да, им, ответьте. Им разрешают купить на открытых торгах. То есть да. Это же как-то происходит централизованно. Да. Да? Организовали торги. Первая партия этого газа, вот всем досталось там по 100 единиц из 250 поставленных. И она была по настоящей цене.
А потом оказалось, что вся остальной лот продается вот целиком и полностью, и нет никаких других вариантов. И никто из муниципальных образований не может купить этот лот. Ну так получилось, такие условия торгов сделали. И оказывается, что некая компания, вот какая-то компания, она может. И после того, что она уже смогла, она поднимает свою цену и говорит, а теперь газ есть у меня. И только у нее можно купить. И конкуренции нет. И по частям. И поэтому в три раза дороже. И общественная значимость, которую муниципалитет, по идее, должен нести, чем муниципалитет отличается от государства, должен был бы защитить этого среднего потребителя. Меня он должен защитить, потому что мне все равно, кто и как управляет. Я хочу жить достойно, я хочу быть народом. Женщина пусть пишет в Службу безопасности Украины, в Генеральную прокуратуру, и спрашивает этот вопрос. На самом деле, это должны сделать депутаты. Нужно еще написать антимонопольный комитет Украины, потому что мы говорим о злоупотреблении монопольным положением на рынке. Когда есть один монополист, который безнаказанно повышает цены, и никто с ним ничего не может сделать. Есть конкретный институт в государстве, который занимается адвокатированием конкуренции. Это антимонопольный комитет Украины. В той системе, о которой мы говорим, системе управления городом, присутствует очень много болезней. И эти болезни, на самом деле, конечно же, к ним относится и коррупция. И мы здесь просто должны сейчас разделить две вещи. Есть проблемы, которые решает постоянно городская власть. Там жилищно-коммунальное хозяйство, отсутствие там денег на выполнение всех необходимых функций. Да, там невозможно водопровод переложить или все дороги сделать одновременно. Но муниципальное образование работает, зарабатывает деньги, которые остаются у этого муниципального образования только в тех частях, которые относятся к частному бизнесу. Вот частный бизнес, все, что заработал, он в себе здесь и вложит. И не будет никакой другой формулы повышения комфортности проживания в этом городе и привлечения новых людей здесь зарабатывать деньги. Кроме того, чтобы не трогать, максимально либерализировать, особенно во время кризиса, отношение к предпринимателям, к тем, кто зарабатывает это ВВП. Я всегда с вами вступаю в этом пункте в спор. И сейчас вступлю, но сразу после телефонного звонка. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, самое первое управление в нашем городе – это мэр. На должность мэра обычно баллотируется несколько человек. Предвыборная кампания должна быть проверка будущих наших управленцев на IQ. Законом это не предусмотрено. И почему эти данные в СМИ не распространяются? Проверку не делают, потому что боятся результата. Не, ну зачем мы так говорим? Есть проблема просто в том, чтобы команда, которая приходит, предоставила свой бизнес-план. Да. И мы должны оценивать бизнес-планы. Мы же оцениваем, на самом деле, политические флаги синего цвета, оранжевого цвета, там, красного. Мы оцениваем, какой нам цвет больше нравится. Мы же как собаки Павлова реагируем. Нам вот с экрана телевизора показали больше бело-голубого, будем за бело-голубое. Покажут больше красного, побежим все за красное голосовать. А бизнес-планов нет. Как зарабатывать деньги в город, никто не знает. А самая главная задача у города, оказывается, это правильно распределять. Но никто не думает, как привести деньги в город. В этом заключается весь корень наших проблем. Пожалуйста, Юрий Константинович, не могу задать вопрос, прям некогда. На тренингах часто приводится такой пример по эффективному управлению ресурсами. Можно ли съесть слона? Показывают большого слона, там модель слона, говорят, может ли человек съесть слона? Не может. Совершенно нормальный ответ. Потом показывают того же слона, разделенного на бифштексы, да, то есть структурирование задач. Город очень большой, проблем очень много, и с качеством власти, и мы затронули вопрос подготовки будущих управленческих кадров, рядовых чиновников, чиновников среднего звена, управленцев-руководителей. Есть вопросы, связанные с конкретными проектами. Вот предлагаю поговорить по поводу конкретных проектов. Мы затронули бюджетную сферу. Господин Максимович абсолютно правильно сказал о большой проблеме, которая сегодня есть и в Одессе, и в Одесской области. Действительно, наш регион является традиционным донором государственного бюджета. Это большая проблема. Мы собираем в разы больше налогов, нежели получаем из госбюджета в виде трансфертов и целевых субвенций. Что с этим делать? Есть вопросы, которые от нас зависят, есть вопросы, которые от нас не зависят. Бюджетный кодекс принимает парламент. По большому счету мы должны правильно голосовать за депутатов, которые будут лоббировать
правильное законодательство региональное, и мы должны бороться за то, чтобы менять бюджетный кодекс. Это что касается вопроса, который от нас не зависит, да, субвенции из госбюджета и режим наших отчислений. Вопрос, который от нас зависит, это конкретно рациональное управление теми ресурсами, которые у нас сегодня есть. Вот я все-таки хочу вернуться к теме народного бюджета, потому что действительно впервые мы исследовали подробно общественное мнение одесситов. Пару недель назад в Швейцарии, в Женеве провели референдум по поводу проведения митингов. Одна из самых демократичных стран мира приняла самое недемократичное законодательство. Люди решили, что они не хотят митинга в Женеве, не хотят. Это и гражданская позиция, им это мешает. Да? То есть спросить у людей это абсолютно нормально. Мы в начале пути, и я абсолютно уверен, что много еще не сделано и будет сделано. В частности, сегодня губернатор будет реализовывать проект народного гражданского контроля по использованию целевому бюджетных средств. Мы просто говорим об оптимизации использования ресурсов. То есть, если раньше ресурс расписывался на столе в кабинете городского головы с начальником городского финансового управления, это было ваши времена, и мы знаем другие времена, так было всегда, то сегодня мы вовлекаем в этот процесс одесситов. Может быть. Первый опыт, это первый опыт. За ним будет второй, третий. Это та программа, тот проект, отдельный проект, народный бюджет, который мы будем реализовывать в нашей каденции областного городского совета. Есть другая тема, связанная с планированием экономического развития. Вы совершенно правильно отметили этот вопрос, и я хочу вас здесь поддержать и сказать, что, к сожалению, сегодня в Одессе до сих пор не принята программа социально-экономического развития. И в прошлом году она была принята, если не ошибаюсь, в середине года. Это Майк. Совершенно да. недопустимый да. вопрос. Да. И я уверен, что наша фракция в городском совете жестко этот вопрос отрегулирует в самое ближайшее время. Но вот в связи с этим у меня и вопрос, как не у экономиста к экономистам. Я понимаю, что как раз-таки план социально-экономического развития – это и есть прообраз народного бюджета. И он составляется, что называется, за год до того, как. Сегодня же мы то, что должно было быть запланировано, то, что должны были узнать у Одесской территориальной громады как субъекта местного самоуправления в прошлом году, чаяния и потребности, узнаем сегодня уже в сформированный бюджет. Мы лавируем. Я понимаю, что условия сегодня достаточно непростые, нам нужно быть гибкими, но не нарушая же все общие законы бытия. Я даю вам время подумать, а сейчас ответим на телефонный звонок. Нет, так я готов ответить. Смотрите, это что называется с колес. Сейчас. Я прошу прощения, есть телефонный звонок. Когда жилые дома проводили эксплуатацию, но не поэтому в нашем доме часть жильцов пользуются газопроводными установками. И вдруг, неожиданно, с 1 февраля текущего года цена на баллонный газ с 217 гривен увеличилась до 309,45 гривен. Спасибо, мы поняли. Я попрошу повторить ответ. Пожалуйста, ответьте нашей телезрительнице, потому что она повторно позвонила. Я рекомендую вам обратиться с жалобой в Одесское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины. Это будет абсолютно адресное обращение, адресная жалоба по поводу повышения необоснованного цены. А теперь на мой вопрос. Повторите его. Мой вопрос, если очень коротко, не поставили ли телегу перед лошадью? Не поставили, народный бюджет делался с колес, и Одесса, к сожалению, последней приняла народный бюджет. Мы этот процесс в области начали еще полгода назад, Одесса завершала этот процесс. Но это непрерывный проект, который будет продолжаться реализовываться. То есть не знали, что необходимо ремонтировать дороги, не знали, что нужно строить. Да нет, знали, но на самом деле наших хотелок значительно больше, чем наших возможностей. И это нужно понимать, что мы живем в условиях жесточайшего финансового кризиса. Я думаю, что все здесь коллеги меня поддержат. И сегодня нельзя потратить больше денег, чем у тебя есть. Мы только что сказали о том, что из бюджета отчисления в виде субвенций и дотаций регулируются формульными методиками и законами о государстве.
государственном бюджете конкретно, и у нас есть только наши собственные поступления. И вот тот ресурс, который есть, сегодня мы говорим об эффективном использовании ресурса, если хотите. Это линейная алгебра. Но с учетом конкретных пожеланий, конкретных громад. Пожалуйста, Сергей Борисович. Знаете, у меня просто нет слов, чтобы не вмешаться или не принять участие в этом интересном обсуждении. Из чего формируется наш бюджет? Из налогов. Но я хочу сказать, я в интернете нашел информацию, в которой я, к сожалению, ссылку не записал себе. Украина занимает первое место в мире по количеству собранных налогов. Количество. И сейчас возникает вопрос, а с чего их собирать? Предприятия, которые раньше нас были основными, так сказать, платежеспособными предприятиями, которые производили отчисления, и на основе этих отчислений формировался бюджет, не работает. Малый бизнес, он фактически не в состоянии вынести ту огромную социальную нагрузку, которая ложится на город. Поэтому возникает вопрос, какие необходимо, так сказать, формировать предприятия. И здесь, вот у меня целая так, речь была даже заготовлена, я готовился к этой передаче. Я специально посмотрел в интернете, что делается нашей городской властью, чтобы привлечь деньги в наш регион. Я, с вашего позволения, сделаю ссылку. Значит, в районе формируется индустриальный парк. Эдуард Матвейчук разговаривал с представителями китайской власти, которые приезжали недавно в наш город, и заключили предварительное соглашение о формировании технопарка в районе Коминтерного. 1200 гектаров земли. По оценкам специалистов наших, 600 миллионов долларов будет вложено в этот технопарк. 10 тысяч рабочих мест. Далее. В сфере высоких технологий. Сталь-канат. На основе, сейчас там, конечно, процессы идут, но, во всяком случае, идет переговоры о формировании там современного технопарка, который будет выпускать метизы. Тоже речь идет о 600 миллионах гривен, правда, 2000 рабочих мест. Потом в Теплодаре. В Теплодаре открыт Хемополь, технопарк, который тоже порядка 2000 рабочих мест. Вот эти рабочие места, которые будут созданы, вот те продукты, которые будут выпускаться этими предприятиями, которые на базе этих технопарков будут функционировать и работать, и будут поставлять или обеспечивать наш бюджет, местный бюджет, не только местный, я понимаю. Поэтому, когда мы говорим о том, что надо делать, я говорю, развивать производство. Мы не можем уже собирать налоги. Для меня глубоко возмутил налог на бездетность. Я не буду сейчас касаться, это, конечно, не легальная проблема, но это не легальная проблема, это, но мне кажется, уже налоги такие ввели, что уже дальше некуда, просто это бремя просто давит предприимчивых, находчивых или, скажем, производителей, которые не могут нормально работать по таким прессам налоговым. Поэтому я говорю, что мы живем в условиях экономики знаний. Так называемая знаневая экономика по-украински. Вот эта знаневая экономика, она предполагает формирование уникальных предприятий, специфических предприятий, не тех, которые раньше были. Это были тоже хорошие предприятия, но для своего времени. Но прошло то время, Советский Союз распался. Нет этих. Наши предприятия, на котором я работал, на Зоре я работал 5 лет. Я знал прекрасно кислород, Маш, у меня друзья там работали, Холодмаш я посещал. Красную гвардию, Централит. Нет этих фактически предприятий. С чего собирать налоги? Налоги формируются из прибыли предприятий. Налог на прибыль, прежний основной налог, который обеспечивает поступление в бюджет. Поэтому необходимо формировать вот эти новые предприятия. Технопарки, бизнес-инкубаторы, технополисы. И вот эта новая экономика, экономика знаний, где наука и производство сращиваются на основе этого, так сказать, соединения, формируется некая уникальная социальная сфера. Спасибо, Сергей Борисович. Пожалуйста, Сергей Леонидович. Я могу только поддержать, если особенно эти технопарки и технополисы будут не просто шить ширпотреб китайский, а будут заниматься именно наукоемкими и инновационными проектами. И Хемополь, кстати, то же самое. Если он будет заниматься не расфасовкой там стирального порошка, а чем-то более путным, тогда это тоже будет интересно. Я хотел бы сказать о другом. Вот опять-таки, видимо, в силу специфики своего первого образования, я не могу понять. У нас критическая ситуация. У нас ограниченные средства. И мы просим людей придумать, куда их истратить. Это все равно, что я, находясь в бою, в критической ситуации, позову солдат и спрошу, кому сколько патронов дать.
Да ни в коем случае такого нельзя делать. Необходимо, если мы достигли какого-то критического рубежа, значит, нам надо на этом рубеже каким-то образом закрепиться, выбрать одно или несколько направлений сосредоточения основных усилий и на них направить все средства. Ну, вы понимаете, а народный бюджет, с моей точки зрения, это вот именно то, о чем мы говорим, это политика. Потому что реализовываться он будет прежде всего в районах с таким плотным проживанием электората. Я сомневаюсь, что будут строиться дороги на Молдаванке. Я очень сомневаюсь, что там будут ремонтироваться водопроводы. Но будут строиться дороги на Котовского, будут строиться там стадионы и так далее и тому подобное. То есть, вы не житель поселка Котовска. Но опять-таки, детские садики, ремонтироваться я больницы. Я представляю, где они будут асфальтироваться. Можно я добавлю из практики, с 2004 года? Пожалуйста. Во-первых, по народному бюджету. Действительно, у людей нужно спросить. Но нельзя спрашивать на улице у человека, как делать операцию. Или как преподавать в школе, или как это еще. Я то есть вынуждена можно спрашивать. Прерва. Мы должны отдохнуть, у нас рекламная пауза. Мы узнаем, где можно спрашивать сразу после рекламы. Хорошо. Партнер программы – Украинский национальный комитет Международной торговой палаты. Генеральный информационный партнер программы – деловой журнал «100%».